Работаем. Ок. Я подоплохла. Анастасия Ивановна подоплохла. Считаю, что Ленин должен работать, как любой нормальный мужчина. Он же умер. А, да. Ой, у него же еще осталось, да, это однушка в центре Москвы, да? Ок. Тогда я предлагаю, чтобы работала однушка. Можно сделать шикарный квест, дать хорошее название, например, «Загляни под крышечку». Может, что-нибудь поэротичнее? А, да, сейчас. Тогда наедине с партийным органом. Лично я бы пошла точно. А вообще, что мы говорим о покойниках? Я предлагаю поговорить о живых. В гробу я его видала. Я подопухла, Анастасия Ивановна, подопухла. Прошу вас, поддержите меня всей страной. Я